Хай, дорогие мои, с вами Касина Юрча, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Это GTA 5 онлайн, где мы проведем эксперимент под названием «Спуск без тормозов по льду». Всем привет, ребят. Что ж, ребятушки, достаем тачки из рандома, разгоняемся и напомним, что, в общем-то, вот тут, где кончается дуга, мы полностью отпускаем управление и педаль газа, после чего машина скользит хаотично по льду. Что ж, давай сходу с тобой начинать, достанем тачки, на которых поедем, и у меня будет... Ага, понял, не будет, она какая-то кривая. Так, не будем ее учитывать. И Оптима. У тебя это, да, тоже такое себе. Что ж, ребята, поставьте лайк, напишите комментарий. Будет максимально интересно почитать. Допустим, какая у вас машина в семье. Может, сегодня с рандом попадется такая же тачка. Вот поэтому пальцем, как говорится, тыкайте в экран и говорите, вот у меня такая же. Будет интересно. Достанем мы что-нибудь или нет, потому что у нас более 5000 машин на проекте. Так. 540. Ну, я чуточку быстрее, 565, но это незначительно. Ребят, давайте наберем минимум 3000 лайков. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на каналы. Это очень важно, ребят. И еще у меня появился Дзен-канал. Поэтому, если есть у вас на Дзене страничка, подпишитесь по ссылке. Я скажу вам спасибо. Так, 160, 170, ты на крыше чилишь, а я вылетел. Димка, вопрос, докуда доберется, но не думаю, что это будет конец, поэтому... Пока еду. Скорее всего, только один. Пока скользит, кстати, да. Пока скользит и решил выпилиться. Что ж, первый твой балл, жеребёвка прошла. По нашим правилам, кто в раунде уезжает, спускается, получается, дальше, тот спавнит три тачки. Так, у тебя Бугатти. О, у меня вот эта херовина до конца доезжала. Нет, я не помню, маленькая. О. Ну, как бы я дам ей шанс даже, ребятки. Есть ускоряшка. Я имею, ребята, право после стрелок один раз прожать ускоряшку, но поможет ли мне это вообще или нет, я не знаю. Ну, давай проверим. Она не самая быстрая вообще машина, начнем с этого. Да и машину ее назвать сложно. Прям реально очень медленная. 474, чтобы ты понимал. Рил? Ну да. 500. Так. Ну, у тебя она, по идее, будет катиться. Ну, за счет длины, может быть. У меня есть ускоряшка, я уже на сотке торможусь. Поэтому, ребята, я прожму ускоряшку. Все. Ну, она очень сильно тормозит, конечно. О, врежься в меня. А я это рядом решил пролететь, да? Ну, чтобы я тебе помешал, и у меня был бы бал. Но, ребята, да, я остановился, к сожалению. Машина не поехала. Хотя, ребята, вот такие длинные и крупногабаритные тачки обычно интересные. До конца ты тоже не доедешь, только один балл в копилку, а ну, так 190, все. Да, серединка где-то. По нашим, ребята, новой системе вот этой баллов, получается, если я сейчас 3 балла выбью, то все вот эти раунды, которые Димон побеждал, сразу как бы аннулируются. И это проблема. Так, но проблема будет, если будут хорошие тачки. Я смотрю, что хороших тачек нету, гели какой-то 312, нифига себе. Так что, возможно, я до конца и долечу все-таки сегодня. Так, ну у тебя все такое себе, какая-то бэха непонятная, поехали. Полетели. Так. Ну, 312, если под капотом, должен ехать, наверное. 3000. 320. Ух ты, нихера гелик. 999 160. Видел. Так, ну, если тебе не повезет, и ты не поедешь нормально, то я явно буду дальше. Вопрос только... Что с этой скоростью делать? Ха, цепанул синего. И улетел. Просто со свистом пролетел. Тихо. Где ты там у нас? Да пока еду. Ну, выпилился всем. И вылетел 180. Короче, ребят, по нашим правилам, я долетел до конца, до синей это 2 балла, но я не засейвил, поэтому только полторашку светлого получаю. Такое. Осталось как бы еще 0,5 и уже тебя догоню. Так. Тихо. О, неплохо. Неплохо. Ты что, по 0,5 и полтора, я понял тебя. Ну да, тара, как говорится, измерима. Так, окей, у меня все хорошо. И патруль разгоняется, и Агера быстрая, и, кстати, Хуракан быстрый. Возьму, наверное, Агеру. Ей больше доверяю, не знаю почему. Единственное, колеса, ребят, поменяю. По колеса от Мерседеса. Ну, смотрится так себе, поехали. Хороший дроп, но я бы на самом деле Ламбу на этот раунд доставил, а Кёнигсик на следующий бы перенес, было бы поинтересней. Так, давай. Ой, 870, я шикнул, блин. Понимаю. Так. Но лечу я, конечно, кубарем, блин. Это не круто. А не зацепил нихера. Где следы мои? Я вылетел на сотке.
210 по итогу, я просто был дальше, ребята, тоже не повезло, не долетел до конца, но я вырываюсь вперед. Так, ну, казалось бы, полбалла просто разница, ребят, поэтому надо улучшить как-то результат. Гелик такой себе, BMW тоже не особо. Так, дрявая тачка и бэха М5. Быстрая, не быстрая бэха, вообще без разницы, поеду именно на ней, потому что, ребята, гоночный болид не настоящий, он фуфло полное. У меня чит, походу. Да. У меня, походу, чит. Ну да ладно, поехали. Погнали. Да, это чит М5. Это, ребята, за штукарь сейчас будет, при условии, если мы нормально поедем. 1170. 650. Раз. А, не, я думал, несколько прыжков будет лететь, а она все. Прикинь, она вообще все скорости потеряла. Крил? Да. А что так плохо-то? Ужас. Да я пока лечу, качусь на крыше еще. Ай, меня срезало колесами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня тоже срезало. Так, я вылетел 270. Вот я срезало. Же здесь. Ну, в плане на колеса стал, получается. Тормози, 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 тормози. Эх ты, бал тебе. Ужас. Чуть-чуть буквально, да, на одну платформу. Да. Напряженная сегодня битва, ребята. Буквально, реально полбалла нас пока отделяет. Так, ладно, у меня вроде хорошо. Неплохая тачка. Ну, может быть, но надо выбить гол ворота, чтобы спалось крепче. Так. Ну, хоть что-нибудь, дайте ему. О. Так, Порш первое. Такое второе. Так, Купер. Третья тачка еще. Ну. И обычная. Да, это обычная была, да. Колян. Ужас. Колян не чит, значит. Понимаю. Так, поехали. По накату поедешь, не поедешь? О, Бьюик. Бьюики все хороши. Че? Бьюик у меня, бьюики все хороши. Ухо чесал, говорю. Слушай, бьюики все хороши, кроме этого. Поправочка. Почему? 540. Ну, типа даже скользит вроде как. А я решил выпилиться, что ли? Ну что ж ты меня подставляешь-то? 120 я вылетел. А мне повезло. Молодого, я тоже вылетел. Да. Я на поребрике 110 проскочил. Интересно, ребят, чтобы вы понимали, полсерии примерно прошло по записи. Range Rover. Так, у меня аж подлагнуло. Что там такого спавнилось? Так, это какой-то новый Range Rover. А я тебя не вижу. Давай, а во. Это новый. А что ты такое? Автобио. Это автобиография имеется в виду. Под капотом не очень, но внешне он, конечно, такой, да, заряженный. У меня очень хорошая центенария должна быть. Так, тихо. Сколько? 900. Сколько? 900. Ты дурак, что ли? У него под капотом 180. Нет. Ну, поехал 900, говорю же. Охереть. Выскочил на 260. Охренеть! Чего вообще? Изи. Так, 250. Ну, ты тоже здесь. Так, 270. Ладно. Бал за мной уже. Ну и на этом, как говорится, покончено. Блин, до синей платформы, ребята, да. Долетела только одна тачка, и то не засейвилась. Что-то странное. Я так, ребята, понял, что единственная тачка, которая залетит в ворота сегодня, если такая будет, она прям очень сильно на себя одеяло перетянет. Так, крупногабариты, ребята, как я уже говорил ранее, идут все в счет, поэтому считается. И у тебя тоже две вот таких тачки. Так, что ты такое? Импала на маленьких колесиках, она, кстати, удаляется. Я не буду ее брать, потому что я возьму, ребята, конечно же, вот эту здоровенную фиговину. Она до конца долетала. Если повезет, долетит и нынче. Хотя вроде Ягуар. Да, давай попробуем. Так. Интересно. Интересно. Да, 40. Ну, типа... 50. 667. 51. 551. Скорость. 551. Да. Лечу кубарем. Я не думал, что ты меня догонишь такой скоростью, но. А вдруг? И по итогу 130.
Так, 130 у тебя. Я лечу вообще максимально хаотично, максимально странно. Ребята, кто первый раз видит, наверное, вообще не понимают, что происходит. А вот такие приколы у нас бывают. Так. Да чтоб тебя! Я, короче, долетел до конца, врезался и упал с платформы на даже таком здоровенном, ребята, тягаче. Итого опять 1.5 балла, только обидно. Просто, ребята, 12 минут записи, тебя. Чтобы вы понимали. Да и тебе тоже, ты вообще там ни разу не был. Но, блин, реально, за 12 минут ни одной тачки, которая бы засейвила, это жестко. Не сломали так. Мы пока что игру, но сломаем. Ну, maybe, да, да. Игра сегодня не дается, это точно. Все тачки необычные, такая подборка фриков у меня. И лимузин, который нахрен не нужен. Так, а можно мне что-нибудь нормальное? Нормально. Прикинь. Это что? Это из Сан Андреас, полицейская тачка. Первый раз я вижу, кстати. Чего? Она, я так понимаю, кстати, читерская. Да. Так, окей. И у него диски от Мерса. Ну, диски, может, сами встали. Так, окей, это реально тачка из этого Сан Андреаса. Окей, попробуем. Первый раз. Ой-ой-ой, смотри назад! Ты это видеть должен издалека. И мана летит. Ты смотри, ты мигалки видишь? А, у нее мигалки, да. Че за бред? 1109, охренеть, она быстрая. Ема, кирпич. Давай! Давай! Попадите в штангу только. Да, это заехала, красавица! Ударился в штангу со всей дури и заехала от удара. 3 балла. Эх, но пока что, ребята, не 3 балла. Пока что Димон где-то там чилит. Так вот, я да, вижу. Да, не 3, я не доеду. Не доеду. Отлично, ну неплохо справился, тоже 190 взял. Ох, ребята, первые 3 балла, и это уже побить будет сложно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кто прошел всю GTA San Andreas. Я знаю, что многие практически играли в эту игру, вот интересно прям. Так, ну окей, Кадиллак у меня первый. И R8. Я прошел всю игру San Andreas без читов на планшете. На планшете, серьезно? Да, на iPad. Я проходил на компе, но проходил, наверное, с третьего раза только ее. До конца не всегда хватает меня игрушки проходить с первого раза. Так, окей, поехали, у меня неплохой Кадиллак. У тебя машина, может быть, лучше даже. Но нет, по максималке я чуть ухожу. 530, 550. Ну, 740 я видел, это неплохо, прям весьма. Хорошо лечу. У меня беззвучная, что ли, она? Не знаю. Слушай, я очень хорошо лечу, как у тебя дела? Ну пока тоже лечу. Куда летишь? Походу нафиг. Меня устраивает этот ответ. 170, а у меня... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аллилуйя. Нет, стоит. Она вся помята, вся в щи, ребята, еще и загорелась. Я еще начал считать, наверное, на 3 секунды позже. То есть она у меня от удара врезалась, загорелась и еще пока упал. Так, ладно, окей. В общем-то, 2 балла, но это было прям жестко. У нас впереди еще, наверное, раунда 2 будет. Может, 3 успеем. Давайте проведем. Слушай, ребята, окей, погнали. Погнали. Ремак пришел. Так, 350. И вот такая вот, кстати, неплохая вроде как BMW. 350 и брать не буду. Пришло. И ремак брать тоже не буду. Так, что за Бугатти? Что за Бугатти? А, ага, понял. В принципе, в целом она вроде неплохая даже. Эй! Что творишь? Что? Снес меня? Да, ну тебе показалось. Да нифига не показалось. 950. Рили? Да. 680 у меня. Ладно, я в игре. Ну, 950. Ну, это та, да, у которой 230 под капотом. Значит, по накату фигачит. Да, ема! Че я затворил, ты охренеешь. Че сотворил? Где ты там вообще? Ну, может, сам вниз опуститься? Ну, я еду. Я еще лечу. Где ты? Ну, вот самом внизу. Ты ударился и улетел? Нет. Я доехал до синей платформы и сбил твою тачку прямо в дырку, а сам рядом стал. Ну, у нас боевая ничья, я так понимаю. Потому что я тоже здесь, однако, здравствуйте. По 2 балла. Да, неплохо.
А, вот если бы ты слетел с платформы, то у меня бы было 2, а у тебя по нулям. Как говорится, чистая математика. Ну ладно. Ну что ж, ничья это прикольно. И, ребята, на вот этом раунде мы будем заканчивать. Финальный раунд. Давайте смотреть, что мы достанем. Давай. И по баллам, ребята, все очень хорошо. Опа. Сион. Ну, опа. О, ну, у тебя прям все козырное, я смотрю. Да. Так, у меня вот это третье стандартное, но тачки, конечно, у меня. Так, ламба из ТО. Ладно, поехали. А что ты не садишься у него? О, а, он полицейский. Это не тот, это да? Чит, который, да. Да-да-да. А, чит? Ну, чит хороший, чит быстрый. Да. Ну, всякое лучше, чем старый Сиан, потому что старый Сиан полетел бы очень хорошо. Блин, а мне СТОшка попалась не быстрая. Да. Чё-то так я и думал, что что-то не топ. 550. Ты если меня даже врежешься, я тебя просто тупо отлечу. У нас новые 4, ребята, очень тяжелые автомобили. Так, ну, ты где там? Хоть начал там ехать? Я еду. Не, я еду. Так. Ну я типа уже все скорости потерял на 140. Есть шанс, что ты заберешь меня с собой? 250. Было. Ты еще и в сторону летел, еще перелетел меня в воздухе. Так, давайте посмотрим. Летишь неплохо, до конца явно собрался. Ворота. Да, ты отрикошетил прям ворота. Бум! Снес и взорвал мою тачку. Три балла под конец. Неплохо, неплохо собрал, да. Что ж, ребята, такая серия получилась. Баллы видите на экране. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Давай, пока-пока.